Очень грамотный и очень мудрый комментарий. Я всегда говорю, мудрость и глупость стоят одинаково, дорого. Что за глупость мы платим дорого, что за мудрость мы платим дорого. Только что закончила работать с одной женщиной, ее сыну 17 лет. И он практически сгорел на компьютерных играх. Она много работала и хотела, чтобы у сына было все, ну, как у всех людей. И купила ему очень хороший компьютер, потому что, ну, как у мальчика может быть не быть компьютера. И вот мальчик завис, у него появилась зависимость. То есть он перестал спать, перестал есть и практически поменял реальность одну на другую. Он ушел в компьютерную игру. Вот. И в итоге сгорел. В общем, у него дистрофия появилась, перестал есть, выходить на улицу, разговаривать со сверстником. И сейчас он на грани жизни и смерти, ну, скажем, смерть уже больше в его жизни, чем жизни. И вот она там сейчас кусает локти и пытается что-то с этим сделать, там как-то спасти своего сына, там к бабкам, деткам, экстрасенсам, целителям. За последний год она уже где только не была, вот, чтобы спасти сына. Так вот, по поводу обстановки в семье, вы правильно все понимаете. Дело не только в сказках. Потому что от того, какая обстановка в семье, такие сказки читаются ребенку. Мы в основном стараемся ребенку читать сказки, что добро побеждает зло. И ребенок, когда вырастает, он видит, что это неправда, что добро совершенно не побеждает зло. Он видит, что злые там девчонки в классе, которые обозленные, набросаются на ботана, и он добрый, он умный, но он не может противостоять этим злым девчонкам. И получается, что у него идет разрыв сознания. То есть его мама приучала, что добро побеждает зло. Хотя в моей картине мира добрый человек – это просто малодушный человек. Это человек, который не может отстоять свою позицию. Это человек, который не может сдать сдачу. Это человек, который не может другого поставить на свое место. И убрать всех, кто вот здесь уже на плечах сидит. И для большинства людей, кто воспитывался в такой атмосфере, где мама говорила, добро победит зло. И поэтому та же мама, которая живет с алкоголиком, и она все время своей дочери говорит, доченька, добро победит зло. Доченька, если мы будем папе по-доброму относиться, он перестанет пить. Доченька или там сынулечка, нам надо по-доброму относиться к папе. И в итоге это просто элементарное малодушие. И та обстановка, которая присутствует сегодня в семьях, она, к сожалению, очень токсично, до такой порой степени токсично, что я говорю, что лучше, чтобы этих детей воспитывали чужие тети и дяди, нежели собственная мама и папа. Вот.